Мы разные. Это, конечно, проблема. Вот, проблема, потому что это усложняет вопрос взаимопонимания между представителями полов. Но естественно, что мужчины смотрят на как бы, проекции своего способа думать, то, как мыслит и чувствует и действует женщина, и не может этого понять. Женщина смотрит на то, как мыслит, действует, чувствует мужчина, и не может этого понять. И вот наша задача с точки зрения социального интеллекта делать поправку не только на возраст, не только на тип, не только на какую-то поколенческую или еще какую-то историю, но делать поправки на вот, особенности пола. Наша задача просто, ну, во-первых, понять, что мы не можем ходить со своим циркулем в реальность другого пола и ожидать, что как бы, мы можем вести оценку. Мужчин можно сравнивать только с мужчинами, женщин можно сравнивать только с женщинами. Почему-то в рамках спортивных соревнований это понятно, а значит, в рамках неспортивных соревнований это остается за кадром. Если мы что-то делаем, то очень важно, чтобы и женский, и мужской взгляд в этом обязательно участвовали. В противном случае выйдет какая-нибудь дурь и глупость. Вот. И что-то мы обязательно пропустим, что важно для человека в целом. Каждый что-то вносит, свое что-то вносит более как бы недостающее представителю противоположного пола.